Всем привет! Хотите исполнить свое желание всего за один день? А ведь это более чем возможно, особенно с волшебным АСМР-настроем на частоте 10 Гц, который я для вас сегодня приготовила. Как вы думаете, сколько времени нужно для исполнения вашей мечты? Например, встретить любимого мужчину, найти интересную работу с зарплатой 300 тысяч рублей, стать владельцем новенького автомобиля или отправиться путешествовать на другой конец света. Может быть, вам понадобится месяц, полгода, год. Наш мозг часто играет с нами злую шутку, как бы нашептывая, что для материализации таких глобальных желаний нужно очень много времени. Но на самом деле возможности Вселенной безграничны. Получив ваш запрос, она в силах преподнести сюрприз и исполнить ваше желание мгновенно. Представьте себе, что уже буквально завтра вы можете случайно столкнуться в ближайшем супермаркете с мужчиной вашей мечты. Или вам позвонят из крупной компании и пригласят на работу, о которой вы давно мечтали. Автомобиль вполне можно получить в подарок от родственников, а туристическую путевку выиграть в каком-нибудь конкурсе. В квантовом поле возможностей существует множество вариантов развития событий. Главное – верить и быть готовым к скорому осуществлению своей мечты, неважно как. Но для того, чтобы все это случилось, недостаточно просто закрыть глаза и попросить. Вам потребуется кое-что помощнее. Сегодня я подготовила для вас очень эффективный АСМР-настрой. С помощью него, я уверена, ваши желания начнут осуществляться уже буквально на следующий день. Моментальное действие практики АСМР я прочувствовала, как говорится, на собственной шкуре. Недавно мои родители выставили на продажу свою старую квартиру. Конечно, они хотели закрыть сделку побыстрее и выручить за недвижимость хорошие деньги. Но, откровенно говоря, квартира была довольно скромной, хрущевка на первом этаже в доме около железной дороги. Время шло, а покупатель так и не находился. Однажды мама позвонила мне и пожаловалась, что за 3 недели не было ни одного просмотра. Конечно, я решила взять эту ситуацию в свои руки и тут же приступила к АСМР-практике. В итоге, вечером следующего дня, мама написала мне сообщение, что у нее есть отличная новость. Оказалось, что днем приходили люди посмотреть квартиру, и она им настолько понравилась, что они сразу оставили задаток. А через 2 недели была оформлена сделка купли-продажи, и родители получили именно ту сумму, которую хотели. Эта история меня убедила в том, что АСМР действительно очень эффективная техника. С тех пор я часто ее практикую и радостно делюсь ею с вами. Кстати, практика АСМР «Шепот денег» была на нашем канале недавно и имела ошеломительный успех. Вот такие комментарии оставили подписчики. Прослушала 3 раза, и деньги стали сыпаться из ниоткуда. Начала слушать эту медитацию перед сном. Мой доход за месяц вырос почти в 2 раза. 2 дня прослушала, и мой мужчина получил $1000 из воздуха. Такая эффективность АСМР заключается в том, что она задействует сразу 3 канала восприятия – визуальный, аудиальный и кинестетический. У человека, смотрящего такое видео, возникают яркие физические реакции, которые еще больше закрепляют действие практики на подсознание. А еще мы добавили в музыкальное сопровождение звук альфа-частот – 10 Гц, который погружает слушателя в легкий и приятный транс. Ну что, переходим к нашей волшебной практике на исполнение желания за один день. Но прежде хочу вас отвлечь всего на 30 секунд. Как вы думаете, почему я не только выпускаю практические видео здесь на YouTube, но и регулярно провожу большие бесплатные мастер-классы на тему материализации желаний? Потому что очень много белых пятен остается у моих подписчиков. Я читаю ваши комментарии и вижу, что не у всех и не всегда все получается легко. Кому-то не хватает четкого пошагового плана, кому-то непонятно, как именно происходит сама материализация. Кто-то задается вопросом, можно ли загадать то, что они хотят в текущих условиях. На все эти вопросы я отвечу на моем ближайшем мастер-классе. Сейчас уже открылась регистрация. Чтобы успеть записаться, переходите прямо сейчас по ссылке вот тут. Места ограничены, ведь доступ абсолютно бесплатный. На мастер-классе я расскажу вам, как именно ваше мышление влияет на реальность, каких установок следует избегать, если вы хотите осуществить свои мечты, и дам 100% рецепт исполнения ваших маленьких и больших желаний при помощи силы мысли. Неважно, чего именно вы хотите – найти свою вторую половину, заработать 1 000 000, получить престижную награду
или уехать жить на остров. Все это станет возможным благодаря проверенной пошаговой стратегии. Регистрируйтесь прямо сейчас. Ссылку также оставлю в описании к этому видео. Итак, мы начинаем АСМР-практику для мгновенного исполнения желания. Уединитесь, примите удобную позу, используйте наушники. Я чувствую, как рождается божественная, всепобеждающая сила. Мощнейшая энергия внутри меня. В моей душе рождается несокрушимая, непобедимая сила. Стойкость духа моего. Я твердо знаю, на что я способна. Нет ничего невозможного для меня. Я центр этого мира. И передо мной открыты все двери. Передо мной всегда открыты возможности и пути, ведущие меня к исполнению моих заветных желаний. Все, что я хочу, непоколебимо реализуется. Я с легкостью и невозмутимостью преодолеваю все противодействующие силы на пути осуществления моих желаний. И поэтому все мои жизненные планы всегда осуществляются так, как это нужно мне. Мои желания — это закон для Вселенной. Они всегда исполняются. Я живу в своей личной, персональной реальности, которая управляема только мной. И пульт управления моей реальностью внутри меня. И поэтому я всегда получаю то, что хочу. Я своим внутренним состоянием формирую свою реальность. И я точно знаю, что все, что я намереваюсь получить, я гарантированно, 100% получу в реальности. Никто, кроме меня, не стоит между мной и исполнением моего желания. Только я автор и источник всего. Возможно, все. Я могу управлять своей реальностью. В моих способностях и силах управления событиями моей жизни. Моя сила растет, развивается, мои возможности расширяются с каждым днем. Все мои желания исполняются, все мои потребности удовлетворяются, как по щелчку пальцев. Я счастлива и довольна тем, что все мои желания сбываются. Я искренне радуюсь тому, как виртуозно я могу управлять своей реальностью, как миром.
бросит к моим ногам все, что я только попрошу. Я вся наполнена радостным предвкушением осуществления моих намерений. Во много раз возрастает сила моего духа. Любое мое желание неизбежно исполняется. Мир с готовностью откликается на все мои желания и ожидания и дает мне то, что я запрашиваю легко и быстро. Моя жизнь преисполнена волшебства. Я могу все. Я чувствую, как рождается божественная, всепобеждающая сила. Мощнейшая энергия внутри меня. В моей душе рождается несокрушимая, непобедимая сила. Стойкость духа моего. Я твердо знаю, на что я способна. Нет ничего невозможного для меня. Я центр этого мира, и передо мной открыты все двери. Передо мной всегда открыты возможности и пути, ведущие меня к исполнению моих заветных желаний. Все, что я хочу, непоколебимо реализуется. Я с легкостью и невозмутимостью преодолеваю все противодействующие силы на пути осуществления моих желаний. И поэтому все мои жизненные планы всегда осуществляются так, как это нужно мне. Мои желания — это закон для Вселенной. Они всегда исполняются. Я живу в своей личной, персональной реальности, которая управляема только мной. И пульт управления моей реальностью внутри меня. И поэтому я всегда получаю то, что хочу. Я своим внутренним состоянием формирую свою реальность. И я точно знаю, что все, что я намереваюсь получить, я гарантированно, 100% получу в реальности. Никто, кроме меня, не стоит между мной и исполнением моего желания. Только я автор и источник всего. Возможно все. Я могу управлять своей реальностью.
способностях и силах управления событиями моей жизни. Моя сила растет, развивается, мои возможности расширяются с каждым днем. Все мои желания исполняются, все мои потребности удовлетворяются, как по щелчку пальцев. Я счастлива и довольна тем, что все мои желания сбываются. Я искренне радуюсь тому, как виртуозно я могу управлять своей реальностью, как мир слышит меня и преподносит к моим ногам все, что я только попрошу. Я вся наполнена радостным предвкушением осуществления моих намерений. Во много раз возрастает сила моего духа. Любое мое желание неизбежно исполняется. Откликается на все мои желания и ожидания и дает мне то, что я запрашиваю легко и быстро. Моя жизнь преисполнена волшебства. Я могу все. Я чувствую, как рождается божественная, всепобеждающая сила, мощнейшая энергия внутри меня. В моей душе рождается несокрушимая, непобедимая сила, стойкость духа моего. Я твердо знаю, на что я способна. Нет ничего невозможного для меня. Я центр этого мира, и передо мной открыты все двери. Передо мной всегда открыты возможности и пути, ведущие меня к исполнению моих заветных желаний. Все, что я хочу, непоколебимо реализуется. Я с легкостью и невозмутимостью преодолеваю все противодействующие силы на пути осуществления моих желаний. Мои желания – это закон для Вселенной. Они всегда исполняются. Я живу в своей личной, персональной реальности, которая управляема только мной. И пульт управления моей реальностью внутри меня. И поэтому
поэтому я всегда получаю то, что хочу. Я своим внутренним состоянием формирую свою реальность. И я точно знаю, что все, что я намереваюсь получить, я гарантированно, 100% получу в реальности. Никто, кроме меня, не стоит между мной и исполнением моего желания. Только я автор и источник всего. Возможно, все. Я могу управлять своей реальностью. В моих способностях и силах управления событиями моей жизни. Моя сила растет, развивается, мои возможности расширяются. С каждым днем все мои желания исполняются, все мои потребности удовлетворяются, как по щелчку пальцев. Я счастлива и довольна тем, что все мои желания сбываются. Искренне радуюсь тому, как виртуозно я могу управлять своей реальностью, как мир слышит меня и преподносит к моим ногам все, что я только попрошу. Я вся наполнена радостным предвкушением осуществления моих намерений. Возрастает сила моего духа. Любое мое желание неизбежно исполняется. Мир с готовностью откликается на все мои желания и ожидания и дает мне то, что я запрашиваю легко и быстро. Моя жизнь преисполнена волшебства. Я могу все. Теперь мы снова возвращаемся в реальность и открываем глаза. Я уверена, что после этой АСМР-практики сдвинется ваша точка сборки, и вы проявите вокруг себя нужную реальность. И я хочу вам напомнить, что ваш билет на мой уникальный мастер-класс «5 ключей к управлению реальностью» все еще ждет вас. Я создала его, чтобы вы узнали, как именно можно исполнить свою мечту всего за 30 дней. Даже если сейчас она кажется вам недосягаемой и нереальной. На этой встрече вы получите самую эффективную методику, с помощью которой сможете притянуть счастливые отношения, деньги, недвижимость, путевки на море, автомобили, дорогие подарки и многое другое. Ссылка на регистрацию находится вот тут и в описании к этому видео. Ставьте лайк, ведь это видео было очень полезным. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять его из виду.